Всем доброе утро. Сегодня чуть-чуть пораньше. Московское время 7 часов 23 минуты. Это тоже поздно, если честно. Сапы вот только что ушли в море. Ну что такое? Все заработало, все нормально. Погодка отличная. Обратите внимание, с утреца пораньше уже заняли все вакантные места. Людей еще людей нет, а вот покрывальцы уже заняты. Мелкие же купаются вовсю. Скоро, наверное, придем к какому-нибудь определенному стандарту. Покрывало должно быть на человека, там метр на метр, там или грубо, ну, 2 на метр. Что касается водички, ребят, утреца пораньше. Вот около самого берега, буквально вот метра, наверное, полтора, она мутноватная, мутная такая. Но если вам зайти чуть-чуть подальше, а что я планирую сделать, то там она уже чистая. Ай, не надо меня топить. Мы сейчас с вами это и сделаем. Проведем следственный эксперимент. Так, эта девушка фотографируется. Смотрите, у берега мутновастенько. А вот мы зашли буквально, тут вот эта вторая, песочки. Зашли буквально 1,5 метра, тут уже вода. Вот, смотрите сами. Прозрачная и чистая. Я думаю, завтра она будет еще чище, еще прозрачнее. Утро в Лазовском начинается, утро на пляже тоже начинается. Ох, температура, я правда не гляну какая. Градусов 26, наверное, точно есть. А вот в этой части, кстати, в районе Стеллы людей побольше. Уже сейчас. Все, всем доброе утро. Странно, откуда вы сапы ушли-то? Тут их нету.